The White Billy Острог или To Siberians, нас называют часто, потому что мы есть. To Siberians нас двое, мы из Сибири. Артем Якушенко, сибирский скрипач, сейчас появится перед нами. Меня зовут Юрий Матвеев, сибирский гитарист. Мы очень рады, что такой рождественский наш концерт состоялся именно в этом замечательном месте, в замечательном клубе. И мы очень рады видеть вас сегодня в праздничный вечер. Хотим поздравить вас, воспользоваться возможностью с Новым годом, с Рождеством и со всеми новогодними праздниками. Пожелать всем счастья, здоровья, успехов и процветания. Наш концерт сегодня будет в двух отделениях. В первом отделении прозвучат фрагменты наших крупных форм, наших сюит. Это сюита к балету «Любовь моя, цвет зеленый» по мотивам произведения Гарсиа Лорки «Дон Бернардо Альбы», сюиты «Пещеры древних» и сюиты, которые мы написали по мотивам романа Колина Вилсона «Паразиты сознания». Сюита называется «Загадка базальтовых фигур». И мне кажется, даже самый первый номер, он очень рождественский, потому что он называется «Молитва».
Спасибо. Ну, мы с вами не прощаемся. Спасибо огромное. Увидимся с вами через минут 15. У нас, кстати, есть компакт-диски, так что можете их приобрести. Мы с удовольствием даже можем оставить свои подписи, пожелания. И у нас есть волшебная книга, где вы можете оставить свои впечатления после концерта. До встречи! Мы начинаем второе отделение нашего рождественского концерта с композиции, посвященной нашей родине, озеру Байкал. Мы так и назвали его Байкал. Музыкой. То есть мы и там, и мы и здесь.
Мы не будем играть сегодня композицию из фильма, но мы сыграем вам другой саундтрек, который называется «Пешка». Thank you.
Thank you.
Thank you.
Кстати, мне надо было сказать вам, наверное, в самом начале, что у нас столько много переключений между песнями. Так что вы можете хлопать подольше.
кстати, вот мы в последнее время в филармониях выступали, в Доме музыки, поэтому, когда выступаешь в клубе, иногда мы со сцены слышим мнение зрителей. Ну, в клубе слышнее, чем... И вот я сегодня краем уха услышал, что про, может быть, живьем, не живьем. Ну, на самом деле мы живее всех живых, а все звуки, которые вы слышите, это нам помогает. Это... Можно так. Спасибо за то, что вы сегодня с нами, этим рождественским вечером. И мы счастливы с вами его провести. Мы хотим пожелать вам счастья в новом году. И себе тоже хотим пожелать, и всем нам, и всей нашей стране. И чтобы у всех все было хорошо. В заключение уже традиционно мы хотим сыграть композицию посвящения музыке великого американского гитариста из Сиэтла Джимми Хендрикса. Мы назвали композицию вместе с Джимми. Thank you.
Юрий Матвеев. Виталий. Артем Ябушенко. Скрипка.
Артемий Кушенко. Для вас три посвященных. Информация о группе можете получить на сайте www.посвященных.net. Спасибо. И у нас еще есть компакт-диски и волшебные книжки.